представляем проект «Образовательная система Кубора», которая сейчас популяризируется в России. Цель участия, безусловно, это представление данного проекта в рамках урочной деятельности Кабинета технологии. Также, возможно, организация во внеурочной деятельности, в практике уже, в педагогической практике такие уже введения есть. Хотели бы просто вот на Алтае представить, показать свой опыт. Да, система Кубора представляет из себя кубики 5 на 5 сантиметров, на гранях которых сверху и снизу находится желоба. Внутри также могут быть проделаны различные туннели, прямые либо изгибистые. Соединяя кубики друг с другом, мы получаем некий лабиринт либо туннель, трек для шарика. Вот, ну и потом запускаем шарик, соответственно, он должен прокатиться по данному треку либо лабиринту. В зависимости от сложности данного трека или лабиринта, ну, дальше уже выстраивается образовательная деятельность, развиваются, безусловно, такие навыки, как пространственное воображение, логическое мышление, память. Можно различными тренингами развивать речь. Ну, элементарные математические понятия геометрии заложены уже в сам конструктор, конечно. Сегодня будет не просто соревнование, это будет такой тренинг соревнования. Называется она Soft Skills команда образования. Вот. Правила игры следующие, то есть у нас будут участвовать 6 команд, в каждой команде по 6 человек. Каждому из участников команды будут выдан свой собственный кубик, индивидуальный, кубики, скажем так. Количество примерно в районе от 10 до 12 штук, с определенными своими собственными технологическими отверстиями, не похожими друг на друга. Вот. Задачи у каждого игрока будут свои, ну, соответственно, элементы. Нет, они должны не прикасаться к другим кубикам, но все вместе собрать какую-то определенную модель. Время им будет выделено 20 минут на это. То есть они просто в свободной форме на координатной сетке, где мы определяем точку входа и точку выхода, делают в свободном конструировании модель. Это называется практическое конструирование. Второй этап называется ментальное конструирование. Ментальное конструирование связано с тем, что за эти 20 минут они разделяются уже на этап проектирования. В течение 15 минут они разговаривают, но не конструируют. И только в течение 5 минут, когда они договорятся все вместе, и у них у всех в голове будет одна и та же модель, они смогут ее сконструировать.